Сегодня на автодороге в сторону деревни Бурмистрово загорелся пассажирский автобус. На пульт оперативного дежурного пожарной части звонок поступил в начале 9 утра. Причина и ущерб еще не установлены, но известно, что в данной трагедии никто не пострадал. 21 апреля 2023 года в 8 часов 19 минут на пульт пожарной части поступило сообщение о пожаре в автобусе марки ПАС по адресу Искитимский район, поселок Первомайский, который осуществлял движение по трассе, в результате чего загорелся. В настоящее время причина пожара выясняется. В автобусе находился только водитель, он не пострадал. На сегодняшний день дознаватели проводят проверку по факту происшествия. Соответственно, в ближайшее время будет установлена причина пожара.